Great honor to have the president of Uzbekistan with us. He's a highly respected man in his country and throughout. We've been working very closely together on different things. Сегодня эта встреча историческая. Америка с первых дней нашей независимости всегда поддерживала нашу независимость, наш суверенитет и территориальную независимость. Мы очень благодарны за это Америке. Я поздравляю вас. После выборов президента Америки достигнуты очень большие результаты в экономике, принятая вами, я имею, историческая налоговая реформа, создание новых рабочих мест. Это дает результат вашей личной работы ради американского народа. I agree 100%. Я согласен на все 100%.